То, что СК Хабаровск – это наш бренд, это наше все, как СК «Нефтяник», наши ребята, русские хоккеисты, и «Амур». Мы за всех болеем и все виды спорта поддерживаем. Ну а футбол будем развивать, никуда не денемся. Команда будет жить, перед ней ставятся амбициозные цели. Вы знаете, новый тренер приехал, Юран Сергей. Ну, кстати, мне показалось так, я как болельщик говорю, я не вмешиваюсь в дела клуба. Воодушевил игроков, да и болельщиков нас тоже. Результаты пошли. Поэтому будем ждать их выходы и в премьер-лигу. Задачи такие мы ставим. Почему нет? Это нам по силам вполне. Но больше внимания все-таки будем уделять развитию детского футбола. У нас, кстати, им занимается в край 24 тысячи, если не ошибаюсь. Представляете, человек? Мы уже начали работу сейчас по закладке нового крытого футбольного манежа в рамках нацпроекта на улице Павла Морозова.